Приветствую зрителей своего канала. Сегодня будет распаковка торта. Торта на день рождения. Но так как я был на вахте в день рождения и после. А вчера получается... Чего получается? Вчера я за день рождения немножко выпил. Что-то да, какой-то мандраж до сих пор берет. Кстати, пишите в комментариях, кто знает, какой я чай пью. Если вы внимательно смотрите мои ролики с жареной картошкой, подсказка вам, то вы знаете, какой я пью чай. Спасибо вам за комментарии. Так, сейчас немножко положу сахара, так как я чай не сладкий, я не пью, я не могу пить, поэтому положу сахара. И не важно то, что я чай буду с тортом пить или с конфетами или с лимонадом, хотя он тоже сладкий, неважно. Я бывало чай то минералкой разбавлял, то лимонадом, когда разбавить обычно кипятку не было. Взял я, кстати, маленький ножичек, потому что он любимый у меня, поэтому его. Не сладко ничего. Я же обычно 7 ложек кладу, а тут 5. Ну ладно. Так, в общем, взял я тарелку, лопаточку. Я, кстати, торта, если честно, не видел. Но, в общем, что тут написано, смотрите. ПЗ под заказ, да, 1 кг. В общем, вроде как неравномерно он весит. Может быть, распаковочка была до меня первая вчера, но я его специально не смотрел, хотел при Кристине сделать распаковочку. Вот, ну так как она пришла, я уже спал, то я не знаю, была распаковочка или нет. Так, блин, я с факты хотел прийти распаковку сделать ночью, но так как вести не было на работу, конечно же, я не пришел. Да я и так не пришел бы, мне лень было. Да вообще, время терять, лучше в это время поспать. Так, все, открываем, да? Эмоции. Я думаю, что там, пишите в комментариях, вот пишите честно, вот, сделайте паузу и напишите, какой торт под заказ. Я думаю, что тут YouTube, алё, гараж, все дела там, и лайки, и все. Барсик, кс-кс-кс, иди ко мне, давай, давай, так проще будет, давай, давай вместе. Вместе будем делать распаковку торта. Он сейчас игрался, тут полчаса игрался, я все двери закрыл, а он все равно сюда пришел. Играл, играл, тут играл. Грун! Грун взял от свечки, от этой, от автомобильной свечи, упаковку я принес, на сковороде хочу их прокалить, все никак не могу, они уже лежат у меня, не знаю, полгода, наверное. Вот он играл этим. Так, или ты будешь тут его нюхать, этот торт, да? Хвост не надо поднимать. Давай. Давай, усаживайся. Смотри, будем делать распаковку. Волнительный, очень волнительный момент. Ладно, все, с Богом. О, нифига. Алло, гараж 5185 и кнопка YouTube. Вау, смотрите. А еще говорят, нельзя кнопку получить, когда нету 100 тысяч подписчиков. Да можно, у меня сейчас... На одном канале 553 подписчика, на другом БМ 385, ну и третий не особо важно, но там 69. В случае чего будут конкурсы, кто внимательно смотрит мои ролики и не перематывает. Блин, а я почему-то думал, что распаковка уже была. Распаковочка. Ну красиво, красиво дело. Красиво.
Алло, гараж, то, что этот самый, как там его, получается, намазали, а тут, видите, прям кнопки, прям цифры, точнее, цифры, прям этот самый, объемистые. Вот так торт, о. Видно вам, нет? Нет, видно? Все. Отлично. Это на я на эту сделаю как там его. Превью буду делать. Буду эти стримы запускать и будет превью. Вот. Отлично, да? Вон, под пятачок. Под пятачок. Мини-пига. Фрюхрюнделя. Кстати, год будет у нас следующей крысы, да? Предложите в комментариях, что мне, не что, кого мне завести. Ну, крысу я не буду. Я хотел как-то крысу завести, дикую, конечно. Мне рассказывали рассказ как-то. В росте у мужика была крыса. В общем, он маленькую взял, сразу удалил зубы и потом этот, не знаю, прививки делал, нет, ну, в общем, он, получается, ходил и на углу магазина там пятачок есть, вот. И, в общем, люди фоткались за деньги. Вот. Чай, да что вкусный. Какая хорошая коробка. Кстати, коробку можно тоже подо что-нибудь использовать. Можно даже на Бэйме продать. Прикиньте. Вот буду, когда знаменитый блогер, да, там, ютубер, точно, вот, то знаете что, такие вещи буду разыгрывать. И по почте отправлять, допустим. Ну, если кому надо. Я думаю, что будут желающие. Так. Тут уже Барсика волосинка, нет? Нет. Нет, не Барсика. Это попадается в сахар. Так, ну что, надо этот самый. Давайте еще вот так вот, да, я сейчас фотку, ну, видео такое. Ух, сделаю, да? Давайте. Вот так вот еще превью потом сделаю. Будут у меня в случае чего. На канале, да? Будет у меня. Так. В общем, будем резать. Давайте будем резать. Мне кнопку можно оставить. Потом можно еще кнопку так вырезать. Кнопочку. Тут расстояние вроде поширше будет, побольше. Будем отсюда, значит, резать. Что-то я сейчас напомнилось, вспоминаю, когда я резал торт. Когда я резал торт. Торт я резал, знаете, когда? В 2015 году резал. Никто не хотел резать торт. Мой день рождения. И я прям тун-тун-тун-тун-тун. Порезал, да и все. Ну тут лучше не треугольничками. Я еще хотел ножичек побольше взять. Смысла нет. Кстати, вот эта штука вкусная, ребят. Вот эта вкусная штука. Она тянется, смотрите как. Вау, она какая тянучая. Какая вкусная тянучая штука, ребята. Вот это значит, она вся такая красная туда. Обалдеть. Надо чаю. Ну иди сюда. Чё зеваешь? Кс-кс-кс-кс. Иди. Иди давай. Кс-кс-кс. Давай тебе тоже кусочек дам. Кусочек дам торта. Сейчас он придет.
Ой, учуял, да? Кусочек хочешь торта? Кстати, торта или торта? Торта, да? Пишите в комментариях, не подглядывая по интернету там. А то есть любители, смотрят все только в интернете. Надо вас отучить от интернета будет. Алло, гараж, смотрите, алло, гараж. Плохому не научит. Не знает ему, чего тут нюхать. Так. Кнопка, 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 кнопка. Кнопка, кнопочка. Такая. Та-та-та-та-та. Настроение, смотрите, как поднялось. Кнопка, кнопка. Этот кусочек-то вообще начать сразу. Весь Восток сейчас ест на камеру. До России уже доходит. Вы бы знали, сколько у меня сегодня дел. А душа ведь горит. Просит душа. Пишите, чего душа просит. Но нельзя. Нельзя. Пока дела не сделаю. Наше видео на БМ записать. Только никому, никому не говорите, а то в ловушку можете попасть. И меня еще затянете. В ловушку. Да, Марс? Вот у него есть информация, кстати. Информационный код. Я его второй день так зову, да? Информационный код. Все. Ну, будем еще есть. Все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Если хотите дизлайк поставить, то не будьте подонками. Напишите, почему? Почему? Тогда да, я этот самый поддерживаю. Но без причин это так. Ой, подонки поступают. Так, ну все, да? Так, что я сейчас могу вам рассказать? Сейчас буду мариновать куриные голени. Надо пожарить картошку. Вчера я так и не жарил. Вчера этот самый... Так хотелось позавчерашнего дня. Думаю, блин, я, кстати, привык к этой картошке жареной. Вообще, у меня просто охота ее есть и есть целыми днями. День не поем жареной картошки, все, не могу. Хочу уже к концу дня, все. А тут сколько? Третий день уже не ем. Поэтому все, всего.